Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В Госдуме заявили, что автоштрафы должны зависеть от стоимости автомобиля. Как передают РИА Новости со ссылки на зампреда транспортного комитета Александра Старовойтова, это будет эффективной воспитательной мерой. Водителя «Жигулей», по его мнению, можно штрафовать условно на 1000 рублей, а водителя «Феррари» на 50 тысяч. Депутат также считает, что предложенный штраф в 3000 рублей за превышение скорости в 20-40 км в час может быть очень строгой мерой для граждан, которые зарабатывают от 10 до 30 тысяч рублей. При этом для тех, кто зарабатывает миллиарды, этот штраф не будет носить никакой воспитательной меры. На этом у меня пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!